В рамках работы по активному наращиванию туристического потока в Узбекистан, популяризации национального бренда, сотрудники посольства Узбекистана в США приняли участие в ежегодной туристической и культурной акции «День открытых дверей» дипмиссии, аккредитованных в Вашингтоне. Об этом наш материал. Around the World Embassy Tour – ежегодная акция, организуемая туристической компанией Cultural Tourism DC. В ней традиционно принимают участие более 40 тысяч человек. Ее уникальность заключается в том, что она позволяет американским гражданам непосредственно познакомиться с культурой и традициями зарубежных стран, ощутить национальный колорит народов мира. Наше дип-представительство принимает участие в ней уже второй год. Узбекистан стал единственным участником из Центральноазиатского региона. В результате значительной активизации работы по продвижению бренда «Узбекистан в США», ознакомлению американской аудитории с историей и культурой, привлечению большого количества туристов в нашу страну, посольство стало фаворитом среди участников акции. Стоит отметить, Госдепартамент США называет Узбекистан безопасной для туризма страной. Американская Lonely Planet ставит нашу страну на второе место по посещаемости в Азии. В этом году Узбекистан посетят 4 группы от издания New York Times. В целом, в 2018-м рост туристов в Узбекистан с американского материка вырос на 60%. Я впервые в посольстве Узбекистана. Должен признаться, что до сегодняшнего дня я не мог представить, что Узбекистан имеет такую красочную и богатую культуру. Мне особенно понравились художественные работы узбекских мастеров. Решил в ближайшее время посетить Узбекистан. Меня глубоко впечатлили неповторимые узоры и цветовая гамма узбекского текстиля, имеющего многовековую историю. Меня также поразили образцы трудов ремесленников и художественные произведения в музее посольства, которые наглядно показывают богатую культуру вашей страны. Теперь я хочу воочию увидеть Узбекистан. По оценкам организаторов, наша дип-миссия, собрав более 14 тысяч гостей в течение 6 часов, признана одной из наиболее посещаемых Around the World Embassy Tour. В целом, участие посольства в данной акции позволило широко ознакомить американскую аудиторию с туристическими возможностями, традициями, историей и культурой Узбекистана.